естественно, да, проблемы с геморроем, мы массируем вот эту область. Все здесь взаимосвязано. Где находится у нас тонкий кишечник? Ну, если мы уже рассматриваем толстый кишечник, то, естественно, я покажу, как массировать и тонкий кишечник, потому что система, она взаимосвязана. Делаем просто. Давайте сделаем голубенькой. Вы идете вот таким образом. Как такая спиралька. Переходите на левую часть. Не бойтесь сделать ошибку. Нажать какую-то не на ту точку. Это абсолютно не... чтобы совсем было точно, да? Это абсолютно не страшно. Вот помочь своему телу выздороветь вы этим методом можете. А вот ухудшить – нет. Конечно, есть определенные вещи. Если вы беременны, то, пожалуйста, сначала напишите мне. Вот этот момент есть, да, если вы начинаете работать с маткой, и вы беременны, то напишите мне, я действительно не рекомендую при беременности нажимать на все точки стопы, особенно при поздней беременности. Так, с этим разобрались. Это все понятно? Напишите мне, пожалуйста. Все ясно, все понятно. Так, где же это выглядит у нас на руке? Вы можете это делать как на стопе, так и на руках. Идем по тому же принципу. Сюда. Ориентиром служит вот большой палец. Если провести прямую линию, так, давайте я остановлю показ. Ориентиром служит